Так, здесь это все работает, да? Круто. Ну что ж, я могу точно сказать, что мы здесь будем проводить время лучше, чем в основном зале, где кто-то читает про то, как расти в кризис. Вот. Я не буду вас напрягать в пятницу вечером какими-то сложными штуками, и я предлагаю провести ближайшие полчаса в формате «поболтать». Собственно, меня зовут Евгений Чернов. Так случилось, что я генеральный директор бюро Пирогова и занимаюсь тем, что развиваю бизнесы, которые периодически что-то делают не так. Давайте я вам позадаю маленькие вопросы, такие простые. Кто хочет оборот 50 миллионов рублей или у кого он есть? Айк, молчи, я тебя умоляю. Прости. Ладно, у кого есть? Отлично. А кто хочет? Отлично. Давайте дальше пойдем. А кто хочет 100 миллионов оборот? А у кого есть? Клево. Ладно, мой последний шанс. Окей, значит, все хотят вовремя. Ну, давайте теперь более тривиальные вещи. Вот. Здесь есть один маленький нюанс. Каждая компания хочет очень много денег. Очень-очень-очень много всегда хочет денег, но всегда напарывается на один простой момент. Как только ей попадают в руки эти деньги, она не знает либо как их переживать, либо как сделать проект и не облажаться. Либо она этого просто не признает, но, как правило, именно так происходит. В этот момент нужно задать один простой вопрос себе. Что вы для этого делаете? Вот каждый из нас хочет какой-то большой оборот. 50 миллионов, 100 миллионов, 200 миллионов, 300 миллионов, миллиардов и так далее. Вот каждый из вас что конкретно для этого делает? Кто-нибудь может для меня ответить на этот вопрос? Какие-то все в пятницу убитые уже. Дяденька со 100 миллионами годового оборота, скажи, что ты делаешь для того, чтобы увеличить их? Это очень правильный ответ, потому что херачить нужно всегда. Можно очень долго и упорно болтать про то, что кризис, мы все умрем, доллар 70. Ну и хер ли толка от этого будет, если вы не работаете. Поэтому есть вот такая вот длинная хрень. Я сейчас отойду, потому что я сам не помню, что я там написал. О чем это я? Первое. Что для этого нужно? Первое. Учиться всегда. Смиритесь, вообще просто забудьте о том, что не надо учиться, и валите. Зачем это нужно? Ну вот у меня, например, две вышки по маркетингу. Одна из них в Москве, которая монетизировалась в течение 2 лет 3 нормальными годовыми контрактами. В этом году я иду на MBA. Любые нормальные высшие образования, курсы, там, где дают какие-то большие знания, дают вменяемые связи. И если у вас с башкой все в порядке, и вы нормально учитесь, вы можете их затем монетизировать, но не просто нажиться на людях, это очень маленький момент, а монетизировать за счет организации партнерских отношений. Дружить, партнериться – это очень такая тонкая монетизация, нежели просто впаривать какую-то хрень. Пункт номер 2. Думать головой перед тем, как что-то сделать или написать. Это очень важный пункт, потому что у нас в этом году очень было много скандальных моментов, связанных с разными людьми. В основном эти люди носят бороду и говорят какие-то странные вещи, которые их компрометируют. И вот из таких ситуаций крайне сложно потом выходить и бизнесу, и заглаживать репутационные риски. А если вы при этом еще молодая, никому неизвестная компания, вы можете нахрен угробить себя совсем. Так, третье. Много общаться с разными людьми из разных отраслей. Этот пункт перекликается с первой частью, но не на полную. То есть, что я имею в виду? В первую очередь, это, естественно, к сожалению, посещение вот подобных мероприятий, где все мы имеем возможность познакомиться с новыми людьми, обсудить, поговорить. Знаете, есть такой дядька Леонид Бугаев, у него книжка «Нетворкинг» называется. Очень дельная вещица, как бы если кто-то не читал, прочитайте, она легкая, маленькая, как бы в ней конкретики ноль, но мысль очень правильная. Общение с людьми позволяет не только монетизировать какие-то вещи, заработать денег, но развить ваш собственный кругозор. Потому что когда вы общаетесь только внутри собственной тусовки, у вас складывается очень субъективное мнение на разработку, на бизнес, на все.
А компании, как правило, ищут не разработчиков, они ищут партнеров и бизнесменов, которые своей головой понимают, что такое бизнес, как идет процесс зарабатывания денег, на чем он должен окупаться и вообще нахрена им нужен сайт, если он не приносит деньги. Давайте просто смиримся с тем, что любая разработка делается для того, чтобы получить потом деньги. А у меня можно вопрос к залу? Я не слишком быстро говорю, а то я кофе напился. Сам раз? Да. Сори. Блин, дальше хуже будет, извини. Так, ладно, учитесь дипломатии, всегда сохраняйте с людьми хорошие отношения и не портите себе карму. Я вот здесь вот заштриховал. Окей, норм, да, супер. Вот, только если они не полные странные люди. Соответственно, карма – вещь очень клевая. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, с какими упырями ни общались, всегда оставляйте с ними хорошие отношения, потому что этот человек может внезапно попасть в тендерный комитет какой-нибудь другой компании, в которой вы очень сильно захотите, и там он обрубит вам все. Вот, у меня было обучение с этим пунктом очень простое. Я послал на 4-м курсе преподавателя по инновационному менеджменту в те места, откуда обычно не возвращаются при всей кафедре. Вот, она оказалась на прием, ну, на комиссии по защите диплома. Собственно, диплом мне зарубили красный, поставили 3 балла, снизили общий балл на 4,5, и как бы я просто теперь синеньким дипломчиком. Вот, это то, как не надо делать. Пятое. Это самое сложное. Работать над четкостью мыслей. Можно очень долго, красиво расплываться мыслью по древу, как я сейчас делаю, и не давать никакой конкретной информации. С этим всегда у всех беда. Если вы приходите к заказчику, к любому бизнесмену, он привык ценить собственное время и ценить, так скажем, свои собственные деньги. Если вы ему долго и красиво рассказываете про то, что такое сайт, это ему, скорее всего, нафиг не нужно. Я исправился? Отлично. Это, скорее всего, ему нафиг не нужно. Вам четко нужно сформулировать собственную цель, зачем вы идете. Клиентам никогда не нужна разработка просто так. Им нужно решение какой-то конкретной задачи. Им нужно либо повысить продажи, либо в случае рекламы, маркетинга увеличить какую-то имиджевую составляемость, узнаваемость, наведенную узнаваемость, простую, без разницы. Они всегда преследуют какую-то цель, которая выражена в каких-то конкретных цифрах или хотя бы абстрактных цифрах. Вот когда вы идете к клиентам, к любым, особенно сейчас, когда типа кризис идет, вам лучше знать, какие показатели вы можете улучшить в его бизнесе и как со своей стороны можете в этом помочь. То есть не просто, блин, мы вам сделаем клевую штучку, чтобы у вас собралось 100 тысяч миллионов лайков. Ну и нафиг они нужны все, если они не приносят какую-то конкретную, так скажем, денежку. Шестой пункт очень важный. Не врите, ну, по крайней мере, старайтесь не врать. Не договаривайте, молчите, но не врите. Любая ложь, которую вы сделали для получения какой-то краткосрочной тактической прибыли, вам выльется в стратегическом плане. То есть если вы сегодня напарили своего клиента, партнера, кого угодно, вам через год это аукнется в каком-то другом проекте, когда эта ложь в итоге вскроется. Поэтому будьте всегда честными. Как у Лебедева заведено, работайте без херни. Сори. Так прям есть, прям по книжке читаю. Соответственно, чистите карму, не врите никогда никому. Лучше молчите. Это будет правильно. Читайте книжки. Честно, сам не читаю книжек. Очень хочу. Ну хотя бы какую-нибудь периодику. Я не знаю, там порталы типа состава, бумагу, макулатуру типа РБК, эксперта, я не знаю, Forbes, Harvard Business Review. Но секрет фирмы бы написал, да он погиб смертью храбрых. Это нужно не столько для того, чтобы почерпнуть какие-то, я не знаю, фундаментальные знания, сколько для того, чтобы в рамках ваших переговоров с клиентами, с партнерами, с кем-либо угодно, быть в курсе того, что вокруг происходит, и понимать вообще, как устроен бизнес вокруг. Так, а у меня вообще сколько времени? Ёх, я тороплюсь. Вот, собственно, ближе к делу. Как вы ставите цели?
Пока. Как вы ставите цели? Давайте открытый вопрос. Кто-нибудь как-нибудь вообще ставит цели? Кто-нибудь цели ставит? Поднимите руку, кто ставит цели. Офигеть, остальные аморфные животные, которые живут зачем-то непонятно. Все цели ставят, наверное. Все же что-то хотят. А? Вот. То есть, ну, вы в самом начале поднимали руку, кто хочет 50 миллионов в год, 100 миллионов в год, 200 миллионов в год. Все подняли руку. То есть бабки все хотят, а цели нету. То есть как бы мы хотим, но хрен его знает, может быть не стоит. Ну, и так спокойно. То есть с целями одна простая фигня. Цель должна быть недосягаемой и четкой. Я хотел тут Путина поставить, но подумал, это борщ будет. Вот. Поэтому, собственно, недосягаемая и четкая. Rolls-Royce 25 миллионов до кризиса, 50 миллионов во время кризиса. Недосягаемая, очень четкая цель. Соответственно, почему именно это? Когда вы ставите перед собой какую-то абсолютно недосягаемую, нереальную цель, скорее всего, вам выпадет бонус, который находится между тем, где вы сейчас находитесь, и этой недосягаемой целью. То есть если вы ставите целью себе условно Rolls-Royce, то при желании вам выпадет в процессе ну, какой-нибудь убогий Bentley. Вот. Основная мысль в чем? Правильно поставленная цель тянет за собой определенную ветку событий, которые формируют ее окружение. Невозможно иметь какой-нибудь убогенький Бентли и не иметь при этом дом, в котором этот Бентли хранится. Невозможно иметь какой-нибудь убогенький дом с убогеньким Бентли, если у тебя нет мозгов, ты не обучался и у тебя нет определенных связей вокруг. Соответственно, твоя убогенькая цель иметь какой-нибудь убогенький Rolls-Royce обернется тем, что у тебя складывается окружение и формирование мысли для приобретения всего окружения, которое складывается вокруг убогенького Rolls-Royce. Вот. Я вообще как бы вертолет хочу, но мне не дают. Вот. Ненавижу слово «вот» уже. Самая главная ошибка, которую может допустить любой человек, думать «я уже». Вот с «я уже» большая всегда проблема. Года два назад у меня прям проблема была эго. То есть я вот нарцисс был жалкий ребенок по сравнению со мной. И это была сильная проблема, потому что я всегда говорил, я уже что-то сделал, как бы там, я уже сделал сайт для какой-то там офигенно крупной компании, я уже купил себе какую-то там тачку клевую, я уже получил какую-то там премию за что-то. Это плохо. Вот людям, которые так делают, нужно встать в какой-то момент и задуматься. Вы хотите чего-то, ну как бы добиться, задайте себе вопрос. Я все еще не. Как бы... Ну вот в примере прошлого года, мне уже под тридцатник, а я все еще подаю собственные сайты на конкурсы. Как бы я все еще езжу на чем-то. Я все еще зачем-то получаю премии вместо того, чтобы делать нормальный бизнес. Просто в какой-то момент как бы задумайтесь, ведь все эти вот вещи, рейтинги, прости меня, Раменский с Тереховым, премии как бы, и прочие штуки, они, по сути, крайне слабо монетизированы. То есть они, да, приносят заявки, но это не бизнес. И само по себе место в каком-то рейтинге или какая-то премия – это не бизнес, это не деньги. Это еще нужно монетизировать через потенциально пришедшие заявки, которые нужно еще и продать. И не просто продать, а получить деньги, в идеале закрыть актами, чтобы вас эти бабки не отобрали. Вот. Поэтому здесь, если вы хотите действительно правильно на нашем рынке, по крайней мере, работать, отбросьте все эти паразитирующие мысли про премии, рейтинги и прочее. Вы в первую очередь должны делать бизнес и деньги. А деньги и бизнес – это не рейтинги. Я надеюсь, никогда меня Раменский с Тереховым не услышат. Собственно, ориентируйтесь на людей, которые в вашем возрасте или ранее сделали дохера больше, чем вы, в сравнении с которыми вы жалкое, унылое говно, недостойное существование. Вы простите меня за открытый текст, но если вы будете всегда восхвалять свое собственное «я» и смотреть, какой я офигенный, вы так и будете ничего не получать. Как бы у меня всегда большая проблема, вот последние, ну, как бы всегда, последние два года у меня большая проблема. У меня есть друг, который на год меня младше,
Но как бы между нами есть определенная разница. Он получает в год где-то 2-3 миллиона долларов, а я 2-3 миллиона рублей. И это проблема, потому что как бы мы как бы одного возраста практически, только он приезжает на встречу со мной с водителем на 200-м крузаке, а я как бы сам приезжаю. Вот. И у меня внутри из-за этого складывается определенное ощущение того, что я что-то не доделываю. Это заставляет меня постоянно, как было правильно сказано, очень много работать. И очень много думать над тем, что я ни хрена неправильно работаю, и нужно работать более усердно и в правильном направлении. Вот. Вот эта вся лабудистика, она формирует основные страхи и ограничения, с которыми сталкивается любой человек на рынке IT. В первую очередь, как бы первый страх и такая штука, крупные компании работают с топовыми агентствами. Да, это так. Но давайте отдельно выясним момент, почему они работают с топовыми агентствами. Работают они с ними по одной простой причине, потому что в них, как правило, работают эксперты. И это само по себе выражение обосновано только если в агентстве работают действительно эксперты. Если мы, например, выкинем из, ну, допустим, вот Антон сейчас выйдет так же, как он сейчас выходит из своей компании, как бы, скорее всего, клиенты, которые привыкли работать с Антоном, они как бы вместе с ним и выйдут, потому что он свою экспертизу продает в первую очередь, а не компания. И как бы из этого нужно вынести один простой пример. Не компании работают с компаниями, а люди работают с людьми. Как бы не компания заказывает у компании, а человек заказывает у человека. И здесь есть очень маленький нюанс, потому что нормальные заказчики всегда оценивают не просто вашу экспертизу, ваши цены и прочую штуку, но в последнее время они оценивают больше вашу адекватность, вашу способность быстро реагировать на какие-то вещи. Цена, хоть у нас сейчас непонятная кризисная какая-то чушь идет, которая, мне кажется, больше в башках у всех, она не является никогда конечным фактором и зависит только от того, кто придет на тендер. Есть куча примеров, когда ДЭФа с бюджетами в два раза большими, чем средний по рынку, выигрывала тендеры. Есть живой пример позапрошлого года, когда мы с бюджетом в два раза большим, чем у Лебедева, выиграли его в Петрокоммерце. Есть пример, когда тот же мой любимый АИС, который здесь сегодня выиграл меня на «Газпром Медиа». Как у вас, кстати, дела? Все нормально? Ништяк. Рад за вас. Вот, тоже с бюджетом большим, чем у меня, кстати. Поэтому все это чушь и зависит только от того, кто приходит общаться с клиентом и насколько компания адекватно наполнена адекватными сотрудниками. Вот, страх номер сколько-то там. Мы недостаточно сильные для этой работы. С одной стороны, как бы это очень правильный страх. Но давайте, так как я уже не работаю в МСТ, как бы я вам одну штуку скажу. У нас был проект Nomos Bank. Он был 3 года назад. Я пришел продавать ресурс. И мы сидим такие, разговариваем. Я сделал очень умное лицо. И мне ребята такие: а вы сделаете адаптивную верстку? Я такой сижу: что за хрень? Сделаем, да, у нас вообще штат укомплектованный, все вообще ништяк. Да мы эту адаптивную верстку на завтрак жрем. Как бы и все, подписали контракт, все, я выхожу из здания, звоню ребятам: ребята, а что это, что такое адаптивная верстка, давайте подумаем. Такие: ну, сейчас почитаем. Сидели 2 дня, просто тупо гуглили и смотрели, как эта верстка делается. Потом месяц обучали сотрудников, еще месяц делали и в итоге сделали. Как бы это один частный случай, я вам не рекомендую делать так, потому что, в общем, покрасился я после того раза, после отчета перед финансовой службой. Вот, поэтому здесь есть один нюанс. Если вы, с одной стороны, готовы внутри себя, и у вас есть определенное количество связей для работы, то это не про вас. Нужно как бы идти и пробовать это делать. Когда я говорил про то, что вот крупные компании работают только с топовыми агентствами, и говорил про экспертов, есть масса примеров компаний, которые небольшие. Например, есть компания Design Creators. Кто не знает компанию Design Creators?
вообще никто не знает. А ребята обслуживают Marvin Food Central. Кто не знает, что такое Marvin Food Central? Блин. В общем, знаете, что такое Ролтон? Вот Ролтон, это он принадлежит Marvin Food Central. Ладно. Вы знаете, что такое, ну вот, компанию Primax? Никто не знает компанию Primax. А компанию Штада кто-нибудь знает? Вот, компания Штада – это одна из крупнейших медицинских компаний, как бы вообще в принципе в мире. И ребята спокойно делают вот те цифры, о которых я говорил в начале, о них никто не знает. Их там сидит 15 человек, как бы парни вообще не палятся, просто делают бизнес и пашут каждый день. Обслуживают фарму, Штаду, Материю Медика и прочих ребят. Как бы они продают собственную экспертизу и знания конверсии, как продавать, закладывают какие-то жесткие вещи, связанные с очень... Они единственные, кого я знаю, кто завязан на стоимости рекламы от продаж. То есть у них стоит планка 600 рублей за одну продажу, им платят 600 рублей, и это твои проблемы, делаешь ты эту продажу или не делаешь. Вот, как бы это к вопросу CPC, CPA, CPP. Продал, получил деньги, не продал, гуляй дальше. Качайтесь. Вот. Скачайтесь, есть маленький нюанс. Вы всегда вот с точки зрения разработки как бы должны быть на энное количество шагов впереди. То есть кто-то сделал адаптив, значит нужно сделать что-то дальше, там сделайте RES. Кто-то делает ресурсы, я не знаю, там на какой-то тяжелой, высоконагрузочной фигне, найдите подобный ресурс, делайте то же самое за меньшие деньги. Вы всегда должны быть на шаг впереди. То есть если вы приходите в какой-нибудь банк, и там говорят, ребят, мы вот систему сделали, черт его знает, сколько лет назад на веб-билдере, на дотнетовской системе, которая вообще уже не существует, ее купил Билайн 2 года назад, и у нас один единственный разработчик сидит, как бы полумертвый ее делает, как бы, наверное, нужно предложить какие-то альтернативные варианты по этой системе. Вот. Мы вот предложили Bittrex. Блин, Света не вовремя ушла. Ладно. Так вот. А вот другая сторона. Мы слишком крутые. Мы такие вообще очень такие крутые. Как бы я тут хотел фотку Саши Грей поставить, которая так типа ухмыляется. Но это такое уже олдскульное говно, что я не стал ее ставить. Переоценка собственных сил и недооценка оппонента – это всегда большая беда. Очень большая беда. Она может привести к тому, что вы потеряете клиента, с которым, возможно, вы уже какое-то время работали, поддерживали его какие-то промо-сайтики, делали какую-то мелкую верстку и прочие штуки, и внезапно вы с кем-то очень сильно посрались и остались без заказов. Как бы всегда нужно трезво оценивать свои собственные возможности и силы. Если вы как бы реально не можете сделать портал на SharePoint, не надо. Убьетесь к чертям, это как бы чушь. Если у вас не было никогда опыта или сотрудников с опытом какой-то тяжелой разработки, не лезьте в тяжелую разработку. То есть, например, вот как бы у нас сейчас сформировалась очень сильная команда менеджеров и очень сильная как бы база знаний. Эта база знаний позволяет делать любую штуку на рынке, вне зависимости от ее сложности. Потому что если к нам приходят ребята и говорят, нам нужен портал на интернет-магазин на Magento, как бы, значит мы идем, ищем разработчиков на Magento, сажаем их в штат, сажаем проекта, который работал с Magento, в штат и делаем проект. Если мы не знаем, как делать какую-то штуку, мы ее не делаем. И это правильно, потому что есть определенный пункт выше, не врите. Так как у меня время еще есть, ну, наверное, мы потом еще поговорим. У меня последний слайд уже. Засуньте свое эго глубоко и не вынимайте, потому что каждый раз, когда вы это делаете, находится человек, который, у которого это эго больше, длиннее, шире и более прокачанное. Поэтому учтите этот маленький нюанс, просто всегда качественно работайте. Не забывайтесь, сложное слово, не буду говорить. Не забывайтесь насчет своих собственных возможностей, держите это всегда в голове и просто качественно работайте. В России, к сожалению, вам нужно просто хорошо работать, чтобы быть успешными. Потому что
если посмотреть срез по рынку, то, как работают отделы продаж, пресейлов, проектирования и так далее в большинстве компаний в России, оставляет желать прям сильно лучшего. И лишь, ну, действительно немногие компании на рынке способны, в принципе, понять задачу, ее сложность, погрузиться и что-то качественно сделать. Эти компании работают нормально. Они делают свою работу качественно. Всегда. Как бы здесь отдельное спасибо Qsoft за то, что они делают свою работу всегда нормально, качественно. А ДВшникам, не знаю, что с ними происходит в последнее время, что их не слышно, но они тоже делали работу всегда качественно. Многим компаниям спасибо, они действительно качают рынок. Нужно ориентироваться на них, смотреть, как они делают. И делать свою работу всегда качественно и желательно в срок. Потому что соблюдение дедлайнов – это самая большая боль нашего рынка. Нет ни одной компании, которая не срет свои дедлайны. Вообще ни одной. Я не вру. Они все говорят, что мы не фачим дедлайны. Они их не фачат только потому, что они с клиентом их переносят. И как бы это не в счет. Но как бы это все равно лажа. Вот. Поэтому как бы все. Вот. Живите счастливо, с миром. Я пошел. Ага. Пока еще не уходите, Евгений. Спасибо большое за такую мотивацию. Я думаю, что всем понравилось. Вопросы есть? Нет? Непонятно, о чем задавать вопросы после этого говна, да? Ну, тогда действительно можно идти. Спасибо.